Так, дорогие подписчики, приехал в деревню в отпуск. Сейчас будет охота на кабана. Кабан привязанный, подкормленный. Буду стрелять 4 раза. Попробуем лопатку. Вроде попал. Пока лежит. По-моему, я добыл. Вот здесь такой камыш, вот здесь березняк. Здесь раньше болото было, что болото высохло и каналы сделали. Тут кругом болото, бобры и кабаны тоже есть. Косули иногда появляются. Сейчас посмотрим. А вот он, сикач. Вау. Я его убил, короче. Вот раз попадание. Два, три и четыре. Так что вот так, ребята. А так, если честно, по кабану с мелкашкой стрелять не советую. Здесь каналы вот. Здесь вот лошади ходят. Спасибо всем, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки.